Ну что, день, скоро дело к вечеру. Второй день. Живой? Живой, ребята устали. А ты представляешь, как устанут ребята, кто еще разбирать все это будет? Ребята живые? Все мертвые. Так еще разбирать. Вам-то хорошо, а нам еще день простояли, еще ночь продержаться. Разобрать нам это все разобрать до утра. А вы кликните клич. Ага. Разобьют. Разобьют сейчас полы. Вы решили пятнашку делать, да? Что? Как инструмент? Замечательно? Хороший инструмент. Супер! Надо сказать Оленику, чтобы вам дал двойной подарок. Да. Потому что ты больше всех хвалишь его. Хороший инструмент. Он сам работает, главное подвести. Разреши я. Как затирочка? Разрешите. И мы не могли подобрать определенные вот как оно? Ну как тебе? Хорошо. Не успевает только. Не успевает. Ребята. Ну времени мало совсем. Слушай, времени мало, как бы, да. Но хотелось бы, чтобы все успели. Это было бы круто, конечно. Ну, вот. Там только одни ребята, я вот посмотрел, они успели до конца. Но они очень быстро работали. И вчера тоже успели. Ну у них проще. У них без пеноплата, потому что. Ну, не знаю. Мне кажется, в этом году, знаешь, что лучше?
что тянули жребий, кто какую систему будет делать. То есть в прошлом году была одна система. Одна система, и люди знали, на что шли. Да. И, наверное, специалисты как бы уже готовы были. А здесь была неожиданность. Угу. Поэтому, наверное, вот всего два сейчас готово образца. Причем как бы технониколевские системы. А все остальное еще не готово. Понятно, понятно. Машины проще. Угу. Не знаю. Но судьи... Там пришла Аня, у которой сгорел дом. А пенополистирол не горел. С фотографиями сидит на втором этаже в кафе. Тебе, думаю, то, что я предлагал уже давным-давно съездить и всем снять. Как тебе? Ой, хорошо. Скоро осталось уже совсем недолго, и мы узнаем, кто же победит. Это вам. А у нас скоро начнется. Самое интересное. Все это дело сломать. А все как ты? Пока живой. Посмотрим. Что только? В конце что будет. А к утру какой ты будешь? Дох. Аня на втором этаже. Да? Аня пришла. Да? У которой дом сгорел. Да, ты что, она здесь? Да, она здесь на втором этаже. Ну, говорили там, да? Осенью сгорел, в прошлом другой горел. Другой. Но фасад не сгорел. А-а-а. Но внутри сгорел. Смотри, деревянный. Пенопласт. Пенопластом. С пенопластом. Вот она пришла, сейчас будем весной заниматься. Ей надо восстанавливать. То есть фасад оставили, дом будем внутри. Нет, ну ломать, конечно, будем, понятное дело. Понятно. Так что она на втором этаже сейчас, я думаю, вниз спустится. Она сейчас там за Нигиным снимает. Ну что, не сохнет еще? Нет, вообще. Она влажность, наверное, высокая. Да и плюс база сырая. Она же не свой. Ну скажи, вот то, что я тебе утром сказал, ты понял, да? Да. Очень удобная в работе. Ну, здесь экспериментировать не нужно, а так она вытягивает даже и ямочку она съедает. А можешь развернуть ведерко, чтобы я не испачкал? Картофель. Вот. Вы потом мне скинете? Конечно. Минут.
Не ложится декоративка? Ну, понятно. Ну ничего. Уже начинаем здесь принимать. Вы принимаете, да? Да. Уже люди несут туда. Оно действительно было таким. Я и покажу. Итак, 10-е место. Команда на стенде 2-1. Краснодар. Я умышленно не буду называть системы, с которыми они работают, потому что побеждает системный подход, знание нормативов и рабочие руки. Еще раз, 10-е место, это да все 10 команд, это лучшие из лучших. Боря, сними. В вашей команде по запросу именные сертификаты на всех членов команды, призы, спонсоров и так далее, в студию, вот, Она у нас идет под названием «Москва», которая работала на стенде 3-2. 9-е место. Ребята, вам довольны в победе, колоссальный приз. Руки милые, грамоты. Я напечатаю обязательно через абсенту передам. Мы просто не успевали уже. Заранее было без обид, без всего. Да, призы. Мы тоже хотели что-то взять эту команду за самый чистый инструмент. Молодцы. Поздравляю. Так. 8-е место. Команда, которая работала на стенде 1-1, город Ярославль. Хорошо, ребята. Чуть-чуть не как именные сертификаты членам бригады. А это ты на место. 7-е место. Седьмое место. Стенд 1-2. Ставрополь. Я ставил на эту команду честно. Я думал, буду первым. Но как я говорю, когда идет счет на сотые доли балла. Саша, поздравляю. Подожди, еще команда за организацию строительства, своего строительного рабочего. И вам как?
участником второго чемпионата. Да, вот небольшой, небольшой утешительный приз от компании. Большое, компании. Вот так. Шестое место. Команда, которая работала на стенде 3-1. Пятигорск. Ребята, я приношу извинения. Это моя ошибка. Я вписался на город Ставрополь. Ну, Ставропольский край. Мы исправим эти сертификаты. Поздравляю от всей души. Центр фасадных решений, город Пятигорск. Кстати, я должен отметить, что культура общения с декоративными элементами была отмечена представителем Харкова, который сказал, мы будем, наверное, делать или рекомендовать стыки элементов так, как сделала эта команда. Молодцы! Все учились друг у друга, и это тот самый случай, когда ученик перещеголял учителя. Спасибо. И вот меня все раз придется теперь работать в Китае. Итак, ютубская коронка. Пятое место. Стенд 4-2. Команда заявлена у меня по Подольск. Ну, Авсет, где твои ребята, которые на 4-2 на фикс-миксе работали? Прошу. Ребят, тоже грамотно персональные запечатать. Я передам обязательно. Молодцы, отработали хорошо, и от компании Лига стабильно. Вот всех призы разные, грамотно. Так, четвертое место. Команда, которая работала на стенде 2-2, она у нас идет под названием Андижан. Прошу, ребята. Молодцы! Я в этой команде дал еще приз в номинации «Самая тихая команда». Я сидел периодически за столом, они даже не шепотом переговаривались, они взглядами переговаривались. Молодцы! То есть, если они будут делать дом, в этом доме можно жить и не услышать. Молодцы! Поздравляю! Грамоты! Да. Так, третье место. Стенд 5-2. Санкт-Петербург. Прошу, ребят. Запас энергии в бригаде. Пауэрбанк 10 амперник. Хватит, телефон подзарядить и новых клиентов отловить. Да. От Марака тоже приз идет. Ребята, поздравляю вас. Пенопласт есть, вата есть. Так, а где вот это? Баумитовский диплом уже на третье место. А где у меня? Аня, ну, Аня, где вручить? Давай ты вручи. Без фотографии.
Конечно. Полезно клея по уму тоже проходить. Да. Они за молодыми людьми. Подождите, ребята, я еще буду заказывать. Это еще и Максим Калейко. Спасибо вам большое за работу. Спасибо. Второе место. Отличается от третьего на 0,02 балла. Стенд 4.1, фасады Беларуси. Молодцы, ребята. Я думал, первый сделал. Решаемо тоже, ребята, несмотря. Приз от ассоциации. А, олейник сначала. Да ладно, ничего не там. Привезут призы. Приз от Баумита. Палета клея. С Белоруссии, как работает Баумит, знает, так что решаемо. Приз от ассоциации. Измеряйте расстояние, ребята, дальномер. Может, с ним хозяйство сгодится. Рика! Отлично!
Спасибо организаторам турнира, потому что сейчас на рынке строительных работ в России, к сожалению, сложилась такая тенденция, что низкая квалификация строителей. И вот такие турниры, они помогают поднимать профессионализм. Поэтому огромное спасибо организаторам, что устраивают такие мероприятия. И огромное спасибо всем командам, что у нас есть такие профессионалы, на которых можно смотреть, равняться и учиться. Это самое главное. Спасибо, ребята. Вебер самый хитрый, Ох уж эти французы. Вполне приятно, что эти ребята работают с нашими материалами в этом регионе. Поэтому от нас за первое место каждый получает сертификат на Амазоне. Вы там приобретете все, что вам необходимо. Спасибо вам за участие и за первое место. Спасибо. Водители компании, которая обеспечила такую команду, явку команды и сорвала первое место. Ребята, поздравляю от души и спасибо. Ну, еще раз хочу сказать, это были 10 сильнейших команд России. И отрыв последнего 10 места от первого 10-е 0 баллов. Что делать? Победитель должен быть один. Но отрыв настолько незначительный, что все 10, я считаю, чемпионы. Поздравляю еще раз всех! Спасибо! Молодцы, ребята! Все молодцы! Всем спасибо! Спасибо!